you heard. Прыгай в окоп. Да? Оружие не мочим. Поднимаем. Кто первый выскочил, помогает другим вывести. Помогайте, ребята. Бежим! Еще быстрее! Лет, ну, будешь крепкая до старости. А если вдруг его спили там или разломало чем-то, то это на человека отражается. Так. Даже больше, больше, да. Ну, как бы все говорят, дубы у меня считаются 500 вечера. Сидеть на второй лет, трасса откроет. Тут у нас стоит панский дуб. Чуть-чуть. Ау, это, ну это чтобы на руки не капало. И можно еще этого. Отсыпали вам. Вот сейчас я уже что-то. Да. Матрос разумнулся. А так у нас будет что-нибудь такое? Они в гости приехали. Они приехали к нам в гости. И? Ну, вот мы и показываем наш Белгород. Как Белгород? Да. Девчата, у нас тут такой дуб стоит! Мы только от него оттуда. Они приехали к детям. Да, у нас. Почему бы и нет? Полевой лагерь вот детей. Они приехали к нам в гости. Надо бы, чтобы эти старые научили новых. Против новых, да? Как дембеля. Ну да, дембеля, об этих духов вперед. На поезде, да? Да, не только там ночные подъемы. Там.
мы всегда поначалу думали, то, что он как бы врет. А нет, если он сказал на день рождения, ты вот сидишь и празднуешь день рождения. Особенно когда... Они нас таскали. Как меня по полю за волосы таскали, тоже не показали. Они еще силу, они, ну, большие, ну, типа террористы, которые на нас нападали. Они же еще здоровые, они иногда сил не могут рассчитать, как хватанут, отбросят, как этого, как котенка. И потом такие, ой, а, я еще одному кричала. Предохранитель, я тебя убью! И он реально так что-то испугался, что я его убью. Ну, я не знаю, как так произошло, что он такой, ой. А потом такой, а что я делаю? И снова. Нет, а меня... Это же бабы все-таки, они... Да. Нет, они потом да, тоже говорили, типа, кого там набрали, чем вы их кормите. Потому что я помню, тоже выбегаю из палатки, когда первый наш налет был, когда Зайцев уснул. Выбегаю из палатки, вообще не понимаю, не одобряю, что происходит. Просто нас расстреливают. У меня выхватывает автомат, а автомат нельзя терять. Вот, выхватывает автомат, он бежит, убегает. Я за ним хватаю его, он меня как бы приподнимает, просто лицом о землю бьет. У меня еще тогда тоже нос распух, и как-то кость пошел. Я такая лежу, а мой нос ору. Думаю, сейчас он меня, может, пожалеет или там, не знаю, скажет, ой-ой-ой, прости, извиниться хотя бы. А он просто подбежал, начал с меня все стаскивать, там, кепку, рацию начал воровать. Я лежу вообще офигевая, типа, какого черта происходит? Лежит, еще и добивает меня. Ой, пожалеть чуть-чуть. Да. Вот, поэтому жалости там ни у кого к нам не было. И серии, на самом деле, очень маленькие, там, 30 минут, ничего такого не уложишь. То есть там никому не было понятно, что мы стояли на той же строевой под солнцем 30 с лишним градусов, там, по 5, по 7 часов. Вот. А город это? Ну вот мы сегодня, можно сказать, первый раз так прогуливаемся. Были у вас на смотровой площадке. Да, перерывы прошли сегодня. Да, наверное. Видели огромный дубовом. Обнимались. Нам сказали, если пообниматься с ним, там зарядишься. И будешь такой же здоровый, как ты. Поэтому мы вокруг него плясали. Нет, на самом деле, вот люди нам запомнятся отсюда, конечно, не знаю, как. Город чистый, кстати. Чистый, хороший город. Но люди нам точно и прием запомнятся, потому что, не знаю, здесь все, мне кажется, самые добренькие. Первая фан-встреча, да? Да это не то, что фан-встреча, это даже не фан-встреча, я не знаю, как это назвать, мы вообще не знаем, как это проводим. Просто случайно. Да, многие писали, потому что... Все уже, последний денек. Да, мы приехали на несколько дней, закончится одно важное дело, которое не закончили в армии, поэтому приехали к вам. Хорошо такое. Может быть. Издеваешь мое лицо в ужасе. Вот не делай так. Можете ли напомнить? Я буду бросать мой классичек. Сереж, хотел свой лицо, отказался 5 лет назад. Подожди. Дверь Держи ноги. Идеально. Ноги держи! Ты что, меня не видишь? Давай, Сейчас вспомню. Я на тебя приземлюсь, знаешь, что...
Ай, как да, я сфоткаю память. Я не знаю. Четвертый. Это да? Первый, второй, третий. Да, четвертый. Четвертый. В кабине? Да. По центру посидим. В центр сядем? Да. Отлично. Между летчиком и пассажиром. Я рассчитывала на эти места. Вот здесь, кстати. Да. А вот, типа, откуда застегнулись? Они когда будут покинуть их, можно? Да. Напоминаю, что жить хорошо. Плана года 5 человек. Все... Ну это вы в армии там у себя можете предъявляться, как хотите. Эти действия напомню. Значит, два захода по 5 человек будет. Всего по командам выпускающих. Первая команда приготовить, руки приготовили. Вторая команда встать, приготовиться. Встали, ноги пошире, ступни по 90 градусов. Напряжены. Переставной шаг. Первый парашютист подошел. Отделение по команде пошел. Интервал 2 секунды соблюдать. Не бежать к двери, не стоять на месте. Первый прыгает, все сразу начинают движение. Отделились, сгруппировались, отсчитали 3 секунды. Осмотрели купол, посмотрели по сторонам на других. Разблокировали чекующий шнур запаски, друг другу подключали чекующий. Сделали контрольные развороты. Снижаемся, ведем осмотрительность, не допускать сближения с другими парашютистами. На приземлении. Ветер видите, куда приземляются, видите, да? То есть будете вот в том направлении. Снижаться. 100 метров, земля побежала, ноги вместе плотно сжаты, напряжены, проверили. Снижаемся, ждем касания на землю, в точку касания, не смотреть, обзор нужно сделать. Коснулись, упали на бок, не пытаться устоять на ногах. Встали, собрали парашют, пришли сюда. Ясно? Все готовы? Готовы? Да. Готовы?
летишь над землей, ты забыл обо всем. Ты лишь знаешь, что прыгаешь, остальное потом. За спиной парашют, впереди облака. Ты весь как на иголках, ждешь двойного гудка. И вот стоишь ты на обрезе, и больше нечего потерять. А кто не прыгал с парашютом, вовек им не понять. Ты летишь, как птица над землей, и видишь мир совсем другим. И почему-то пусто в голове, и стало дело вдруг чужим. И ты поверишь сразу в чудеса, и в то, что есть над нами Бог. Ты гордишься собой, потому что ты смог. Где-то там на земле, подняв к небу глаза, за тобой наблюдают, ты сейчас как звезда. И ты делаешь шаг, порыв ветра в лицо. Держи! Лечишь на все небо, солнце действует, сбастуется три кольцо. Две секунды ждешь, а купол над тобой давно. А кто не прыгал с парашютом, понять им не дано, что ты летишь, как птица над землей, и видишь мир совсем другим. И почему-то пусто в голове, и стало делом вдруг чужим. И ты поверишь сразу в чудеса, и в то, что есть над нами Бог. Ты гордишься собой, потому что ты смог. И вот уже к твоим ногам бежит земля. Тебе показалось, все хорошо было. Мне в один момент показалось, что все остановилось, весь, ну, короче, вообще все. И что я даже в воздухе не лечу, а просто как бы зависла, что время остановилось везде. Ну что, куда идем? Я жива! Мы это сделали! Блин, вообще, вы видели? Как там, Аня? Жива? Блин, это вообще круто. О, Господи, я переборола свой страх. Я покорила небо. Теперь я настоящий мужик. Блин, мы живы. Мы это сделали. Аня! Аня! Мы это сделали! Мы выжили! А я не понимаю, я так медленно лечу. Я лечу, да. Или я все-таки не лечу. А потом мне лечу. Говорят, иди вперед! Я понимаю, что я зависла. Не победили! Давай, Петюня, настоящий. Молодцы, зайки. Заморпех. Да. А я тоже смотрю, она бедная, висит, болтается. Я думаю, мало ли у нас ко мне полетит, надо улетать. А я не могу понять, я зависла или я все-таки или все нормально? Я тоже так вначале думала. Я так поняла, вначале ты держишься медленно, кажется. А потом уже ближе к земле начинаешь быстрее. Ты падаешь быстро, но просто там тебе это кажется, что ты медленно. Приземляться, кстати, вообще не почувствовал приземление. Я тоже. Ну, ногами начала сначала, видела? Да, мы тебе болтала, как это. Ноги вместе. Поздравляю с первым прыжком. Спасибо. Даша, давай. Теперь мы... Пищеговары, запасные парашюты. Приземление. Ножки вместе напряжены, согнуты в коленях. Третий, четвертый парашюты с головой по сторонам покрутили. Расходимся до свободы конца.
Все. Ступни параллельно земле. Хорошо, приземляйся. Товарищ инструктор, курсант Разумовская выполнила первый прыжок. Успешно. Успешно. Не обосралась. Спасибо, что мы выжили. Единственные пироразники, на которых я не кричал. Накричался на подвеске. Товарищ инструктор, курсант Демешкина первый прыжок выполнила. Успешно. Успешно. Действительно, было приятно, что на вас ни разу не кричал. Вы все прямо делали правильно. Запасы, что расщековали. Я понимал, что там ревело в воздухе. Сейчас все, я сам. Нет, я думаю, соберись, что делать. Я прочитал два раза, не три раза «Отче наш». Ну, молодцы, молодцы. Я даже не крикнула, не пискнула вообще. Молодцы. На счет три. Руки убрали, глаза открыли. Раз, два, три. Пошел! 501, 502, купол! 503, 504! Запасной! Слава ВДВ! Слава ВДВ! Молодец! Пошел! 501, 502, купол! 503, 504, запасной! Слава ВДВ! Пошел! 501, 502, купол! 503, 504, запасной! Слава ВДВ! Молодец! Или это было, знаешь, на что похоже? На вот на PlayStation. Вот там, когда рулишь, я тоже самое представила, что как будто это не я, а я управляю кем. Нет, да. Я такая закрыла глаза, и когда выпрыгиваешь, вот я запомнила этот момент, ты выпрыгиваешь не вот прям как в дыру, а как-то странно, ты летишь и замедляется время, вот когда ты только выпрыгиваешь, ты летишь такой, я понимаю, что я, да, кручусь, да. И как будто бы это в пространстве, как песня сразу такая играет. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе. И ты такой летишь, и я понимаю то, что я, типа, забыла посчитать. И вот до вот этого, когда купол открывается, вот такое чувство, как будто бы вечность. И потом уже он, я почувствовала вот этот толчок, я думаю, 503, 504, запасной. Главное, запасной. Мне еще в один момент показалось, что время остановилось, что я, да. Что все вокруг замерло. И я тоже в одной точке просто замерла. И ничто не двигалось, ни я, ничто. Я в гиперпространстве. Нет, я когда уже все, купол открылся, все нормально. Я понимаю то, что я висю в невесомости. Я думаю, главное от тебя улетать. И пытаюсь натянуть стропы и пытаюсь улететь. А я еще не понимаю, я реально в гиперпространстве? Или я попала в подходящий поток, и в этом подходящем потоке тусуюсь, короче, уже который час. Но потом голос инструктора меня вернул, как бы, в мой мозг. Он прям вот, я слышала, он, кстати, много раз орал, я просто не сразу поняла, что он не орут. И потом я уже такая поняла, что я запасные парашюты. Я тоже смотрю и думаю, блин, вдруг я просто чисто летела в кукурузу. Потом понимаю, что, блин, все, надо возвращаться, надо работать, все. Я такая взяла, и все. Я дышала, ты говоришь, что я лечу в кукурузу. Это я слышу, да? Я думала, что ты у меня все в голове. Нет, ты прям кричала, я лечу в кукурузу. И потом, видимо, когда ты собралась, ты такая, типа, что-то, блин. Чего ты такое сказала, повисела и уже, видимо, начала лететь. Да, этого неосознанно. Я все думала, что это в моей голове. Приземление это вообще просто чётенько прошло. Я вообще ничего не почувствовала. Вот приземление прям... Это проще, чем с мяги. Вот с этих мы прыгали, тренировались. Гораздо проще вот с парашютом прыгать, чем вот там. Я просто коснулась. Там 100 раз сложнее и страшнее. Короче, все круто. Теперь мы... Я как ВДВшники практически. Мне казалось, что я просто шиночка. Я думаю, что я даже не приземлюсь, я буду всегда в воздухе висеть. А ближе к себе, ты же
даже лучше, интереснее. Я вернусь. Тандем. Вами и собой. Тандем просто не считает. Я бы делился, но он старался не делиться. Так, что там сейчас перейдем? Подожди. Кстати, а этот что там, Левченко, живой, не? Живой, в Москве. Вот фамилия тоже Левченко. Это же моя одна фамилия. Никто не берет от нас трубки. Забей на вас, девочки, забейте на них. Я хочу вас поздравить. Ваша дочь Дарья совершила прыжок с парашютом и стала парашютистом успешно. Да-да, сейчас я трубочку дам, пообщайтесь. А где же пауза? А что он сказал? Алло. Алло. Да алло, мама, это я. Ну что, я прыгнула. Меня, да, мне даже ноги не выбивали, чтоб я даже не сопротивлялась, нет. Короче, все было круто, я живая, я прыгнула. Вот, я крутая. Нет, мама, я не летела с телефоном и не снимала себя. Мама, нормально там все. Сняли, как мы вышли. Все нормально, мы прыгали на жилье. Пойдем прямо обратно. Спасибо. Спасибо. Как я не люблю эти дома. Обнялись, здорово. Помажем, проводим час. Машине. Так, на автодром, да? Да.